Более 10 дней на территории Подмосковья действует особое распоряжение, касающееся общественного транспорта. Все автобусы проходят дезинфекцию. Стоит отметить, что основными перевозчиками пассажиров в Московской области являются автобусы. Где автобусы проходят дезинфекцию два раза в день при выпуске на линию и по возврату. Протираются поручни, протираются терминалы для оплаты. Все это проходит углубленную мойку, после чего автобус ставится на стоянку, как правило, с открытыми одной-двумя дверьми для того, чтобы пройти проветривание. Раменская автоколонна «Мост Трансавто» ежедневно на линии выпускает больше 100 автобусов. Процедура по обработке салона общественного транспорта занимает 5-10 минут. Препарат, используемый для дезинфекции, абсолютно безвреден для людей. Он рекомендован Роспотребнадзором. Это концентрат, мы его разбавляем с водой и распрыскиваем уже непосредственно в автобусе и протираем обычными тряпками. Перед осуществлением дезинфекции салонов автобусов работники автоколонны ознакомились с инструкцией, какие химикаты использовать для внутренней и внешней мойки. Вся работа осуществляется в специальном водоотталкивающем костюме. Полностью, как говорится, лишены контакта с вредными веществами, с химией, с вирусами, со всем остальным. Стандартный костюм, перчатки, очки и респиратор. Такой вот. А маска разовая, да? Маска каждую смену выдается начальством. А сколько на одежду, вот, чтобы одеть это все? Сколько минут уходит? Ну, за полчаса полностью под ним стандартная форма мойщика и на нем вот защитный костюм дополнительный. Игорь Чернышов, Алена Иванова, Антон Карташов для программы «Городские вести».